Евгенийч! Рефери в октагоне Евгений Алинцевич. Продолжаем бой смотреть. Итак, первый раунд. Владислав Мишкевич и боец команды «Сверитим». Своя команда есть у Александра. Посмотрим. Ну, Мишкевич в бою с Фрейманом показал, что он неплохо борется. Наверное, здесь он тоже не захочет сражаться в стойке, но... Посмотрим. Хороший лоу пробивает Свирит. Сам проходит, сам пытался пройти в ноги неожиданно совершенно. И легко Мишкевич сконтрил. В клинче хорошо попадает коленом сейчас Свирит. Мишкевич пытается сейчас под две ноги сделать захват и перевести. Да, удается. Удается, конечно же, перевод у него. Еще раз говорю, Владислав умеет сражаться с ударниками. Понимает, что нужно делать. Ну, Свирит тоже неплохо защищается. Посмотрите, удается ему подняться. Сейчас вот нужно ему грамотно отзащищаться. И, в принципе, можно будет вернуться в стойку. Но Мишкевич так прилип к нему и не собирается тоже уходить. Снова идет в две ноги и снова переводит, да. Снова переводит, но Свирит, посмотрите, неплохо защищается, однако отдает спину. Сейчас отдает спину. И здорово Свирит сейчас сделал кувырком. Хотел сделать такой в стиле... Тони Фергюсон уход, но не получилось. Не получилось у Александра. Здорово, Аджа, здорово. Сейчас почти получилось Свириду перевернуть своего оппонента, но нет, Мишкевич снова идет в ноги. Не хочет он никак, не хочет он боя в стойке. Свирит неплохо обороняется, но вот тоже чего-то не хватает ему в совсем грамотной защите. А сейчас тем временем Мишкевич пытается ногу одну вот зацепить и, да, растянуть. Как любят говорить некоторые, угловые, массажируй ему ногу. В данном случае массаж ногой был сделан. Свириду нужно подниматься. Он, вроде, до этого все делал правильно, сейчас почему-то немножко пассивную позицию занимает. Отбивает левую ногу. Но Свирит поднимается. Вязкая борьба у клетки идет. И вот сейчас в опасном положении может оказаться Александр. Потому что Владиславу почти удалось. Здесь ключевое в этом выражении было слово «почти». Сейчас он уже спокойно также контролирует сбоку, но перейти в маунт не получилось. Вот тут я Александра, некоторые действия Александра не очень понимаю. Он то пытался подняться, сейчас он просто так пассивную немножко позицию занимает и принимает удары на себя, но не знаю, почему-то перестал он пытаться вставать по сетке, хотя до этого делал все правильно. Вот здесь минута остается, он как-то как будто такое впечатление, что, знаете, как смирился, что ли, с тем, что человек будет его продолжать мучить в партере, его оппонент, в смысле. Еще раз, Мишанька,
Мишкевич сейчас хорошо работает по корпусу, даже находясь на стиле. Ну, контроль Владислав демонстрирует неплохой. Ай, хорошо по корпусу работает сейчас Мишкевич, много ударов нанес. Таких неприятных, видно, что Свириду тяжело приходится. Ну, первый раунд остается за Владиславом Мишкевичем, конечно же. Стоп, время. Спокойно, в общем-то, как вроде поднимается Свирид. Однако... Да, вот здесь смотрим на повторе. Если в начале раунда Свирид пытался подниматься по сетке, то затем он как-то отдал инициативу и просто терпел. Второй раунд. Сразу же левым боковым начал Мишкевич. Так, причем... Хорошо попадает Мишкевич, и здорово сейчас с разворота пытался Свирид бэкфистом остановить своего оппонента. Поменял стойку. Хорошую. Здорово попадает коленом. Посмотрите, в стойке, конечно, очень опасно работает Свирид. Мишкевичу надо искать себя, наверное, все-таки, да, вот здесь, да. Видимо, так и получилось в итоге. Сейчас постарается... Если Александр не сможет уйти из этого положения, то я думаю, что Владислав снова затаскает его. Да, здесь сразу же практически так и получается. Бодро начал Александр, но... Если не поднимется, то проиграет. Хорошо работает по корпусу коленом, причем бьет в область печени. Свириду сейчас здорово, ах, перекатил, ну почти перекатился, но почему же не поднимается-то? Александр, неужели не хватает все-таки вот, опять же, вот сил? Левые ручки по голове, Миша. Да, все правильно, все. Спокойно, не торопись. Правое колено освободит, его забит. Да, вот, и по пузу, правое колено, правое. Попробуй, давайте. Ничего. Так, тут у нас очень сложная позиция. Хорошо, да, бей по пузу. И сами по пузу руками. Штопором попробуем. Руку поднимай. Бей, позволяй. Сейчас нужно перевернуть, попытаться, конечно. Да, да. Развернуться, точнее, да, вот. Свириду нет, но ему, если он не будет вставать, то это будет завершение боя. Нет, Свирид не получается подняться Александру и попадает много раз. Нет, Александр не получается у него подняться, не хватает, видимо, сил, но Мишкевич так может работать в течение долгого времени. Отбил он уже все бока своему оппоненту, бьет постоянно, еще удар за ударом наносит, очень тяжело приходится, и уже просто закрывается Свирид, даже не пытается подняться. Снова попытку делает подняться Александр, и снова сбрасывает его Владислав, и все продолжается в том же духе. Ну... Видно, что Александру очень не нравится борьба, но сейчас удается вернуться в стойку все-таки.
Все-таки вернули стойку. Ну, посмотрим, что сейчас покажет Свирид. Промахивается. Что делает Александр? Не понимаю, зачем он пытался сейчас как-то перевернуть. Я не знаю, какой у него был план. Я не совсем понял. Да нет, ну здесь ничего не было. Да, Мишкевич сейчас, если правильно займет позицию, в принципе, может и завершить поединок. Свирид уже почти не сопротивляется. Сейчас вот, если он сделает, если он отожмет правую руку и просто добьет. Посмотрите, все-таки удается вывернуться Александру. Что сегодня у нас за дела происходят в партере? Ребята выворачиваются из каких-то невероятных ситуаций. Каждый бой становится просто каким-то испытанием характера. Ну, Мишкевич же, по-моему, устал бить просто. Рука бойца колоть устала, как говорил классик. 10 секунд остается. Свирид выдержал огромное количество ударов. Сваливание в партер. И по-прежнему, я не знаю, какой у него план вот, на бой. Но это очень странно. Такое впечатление, что он совершенно спокойно относится к тому, что происходит. Может быть, план у него в третьем раунде, вот как раз показывают нам, в третьем раунде план у него, может быть, все-таки собраться и нокаутировать оппонента. Но вот это действие я так и не понял, что планировал сделать Свирид здесь. В итоге свалил на себя зачем-то в хорошей позиции, свалил на себя Мишкевича. Третий раунд. Посмотрим. Первые два с заявленным преимуществом Мишкевича закончились. Напомню, у меня первый поединок вечера. Второй поединок, точнее, вечер между Владиславом Валерием Емельяненко и Николаем Пирожником. Хороший левый боковой от Свирида сейчас пришел в цель. И правый прямой навстречу от Мишкевича неплохой. Ой, хороший лоу, какой пробил Свирид сейчас под, прямо по связке. Левый боковой неплохой. Ой, снизу здорово попадает Мишкевич. Ну, Свирид показывает, что мы все ни по чем. И пропускает проход Александр традиционно. И традиционно уже привычно нам переводится в партер. Мишкевич вообще сам тоже базовый ударник, поэтому, конечно, его действия против ударников меня, в принципе, немножко удивляли еще в поединке с Фреймановым. То есть он старался в стойке боя не вести. Видно, что и тому, и другому он в стойке уступал, и поэтому, конечно же, пытается наверстать свое в партере. Ну, в отличие от... Ух, неожиданно, подождите, здесь тут... Здесь это не треугольник обратный, это просто был обхват ноги, обхват головой. Хотя обратный треугольник здесь сделать можно было совершенно спокойно Мишкевичу.
просто вот эту правую руку, сдвинув его вперед чуть-чуть. Ну, вместо этого Мишкевич улучшает позицию и пытается завозить своего соперника в партере. Опять что-то в стиле Фергюсона пытался сделать Свирит, но у Тони получается лучше. Да, видно, что Александр заточен больше под работу в стойке. В стойке интересные действия у него проходили, но неправильные действия в партере позволяют Мишкевичу позволили Мишкевичу забрать первые два раунда, и, в принципе, он забирает и третий. Если сейчас что-то вдруг не изменится, не знаю, может, Мишкевич сломает руку, постоянно нанося удары. Да, более тяжелого Свирида сбрасывает на канвас Мишкевич и атакует его. Затылок внимательно. Левое колено работает, не бейте в эту голову. По животу, по ребрам. Вот. Ой, хороший удар сейчас нанес. Хорошо. По корпусу Мишкевич. Спокойно, спокойно, пусть отдает силу, все нормально. Да. Мы делаем все работу, все. Ну, подниматься надо Свириду, да, в конце концов удается ему это сделать. Мишкевич снова идет в ноги и снова сейчас в одну ногу теперь идет и легко сбрасывает, легко, просто играючи переводит в партер. Да, ну, в общем-то, секрет плохого рекорда Александра Свирида раскрыт. Это боец, который, безусловно, предпочитает работать в стойке, и даже те, кто по бэкграунду являются также бойцами, работающими в стойке, с ним работают исключительно в партере. Вот успевает комментировать, сверить, несмотря на то, что пропускает удары, что все нормально. Пропускает в голову и в корпус, отжал его правую руку. Мишкевич сейчас в очень опасном положении. 30 секунд остается до завершения этого боя. Ну что, получится досрочное завершение или Свирит выдержит это? Не собирается сдаваться Александр. Продолжает сопротивляться, но Мишкевич просто отработал четко три раунда. Друг другу что-то говорят еще бойцы при этом. Ну, что сказать. Конечно, хотелось бы посмотреть вот таких действий побольше. Какой прекрасная комбинация. Как здорово по связке ударил Свирид. Вот. Конечно, работа в стойке. И вот левые боковыми обменялись неплохо. Здесь правый снизу. Но в основном был контроль в партере, и поздравляем, наверное, Владислава Мишкевича с победой. Единогласным решением судей победу одержал боец Академии ММА Минск Владислав Мишкевич! Владислав Мишкевич выиграл этот бой, поздравляем!